Добрый день, друзья мои! Приветствую вас на моем канале, на канале вязаных игрушек Фарило. Сегодня хочу вам показать, как вязать вот таких забавных животных, маленьких капибар, крючком. Размер игрушки около 7 сантиметров. Такая игрушка может быть как карманной игрушкой, брелком или елочной игрушкой. Мастер-класс очень простой. Связать такую игрушку смогут и начинающие мастера. Главное знать основы вязания и быть внимательным. Буду очень благодарна за поддержку меня и моего творчества. Станьте спонсором моего канала. Прежде чем мы начнем, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать много интересных идей мастер-классов от меня. Также вы можете посмотреть плейлисты. Брелки крючком, кошка крючком, там вы увидите очень много интересных видео. Для того, чтобы связать вот такие игрушки, нам понадобится бежевая пряжа, коричневая пряжа, 2 бусины 4-5 мм, холофайбер. Вязать игрушку я буду крючком 1,75. Вяжем туловище. Первый ряд 6 столбиков без накида. Один, два, три, четыре. 5, 6. Второй ряд 6 прибавок, 12 столбиков в ряду. Первая прибавка, вторая прибавка, третья, четвертая, пятая, и шестая прибавочка. Третий ряд, столбик, прибавка 6 раз, 18 столбиков в ряду. Столбик. Прибавка. Раз. Столбик. Прибавка. 2. Столбик, прибавка 3, и так еще 3 раза, четвертый ряд 2 столбика, прибавка 6 раз, 24 столбика в ряду, 1, 2, 1, 2, прибавка, и так до конца ряда. С 5 по 7 ряд вяжем 24 столбика без накида. В
Восьмой ряд 3 столбика прибавка, 6 раз 30 столбиков в ряду. 1, 2, 3. Прибавка. 1, 2, 3, 4. Прибавка. Продолжаем. 9-10 ряд, 30 столбиков без накида. 11 ряд, 4 столбика прибавка, 6 раз, 36 столбиков в ряду. 1, 2, 3, 4, прибавка, 1, 2, 3, 4, прибавка, и так еще 4 раза. 12 по 18 ряд вяжем 36 столбиков без накида. 19 ряд, 4 столбика убавка, 6 раз 30 столбиков в ряду. 1, 2, 3, 4, убавка, 1, 2, 3, 4, убавка, и так до конца ряда. 20 ряд, 3 столбика убавка, 6 раз, 24 столбика в ряду. 1, 2, 3, убавка, 1, 2, 3, убавка. Продолжаем. 21 ряд. 12 убавок, 12 столбиков в ряду. Первая убавка. Вторая. Третья, четвертая, и так еще 8 раз. 22 ряд, 5 убавок, 1 убавка, 2, 3, 4,
И пятая убавочка. Закрываем отверстие. Подхватываем передние петли и стягиваем. Делаем узелок и прячем ниточку. Вот такое у нас туловище. Вяжем мордочку. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Со второй петли первый ряд. 2 столбика без накида. 1, 2, 3 столбика без накида в одну петлю. 1, 2, 3 столбик без накида, прибавка, 8 столбиков в ряду. Второй ряд, 8 столбиков без накида. Вот такая у нас мордочка. Вяжем ушки. Первый ряд 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Второй ряд 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4. Вот так. Таких заготовок нам надо 4 штуки. 2 штучки у нас будут ушками, и 2 штучки у нас будут верхними лапками. Верхние лапки свяжите самостоятельно. Вяжем нижние лапки. Первый ряд 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Второй ряд 6 прибавок, 12 столбиков в ряду. Первая прибавка, вторая прибавка, третья, четвертая, пятая
И шестая прибавочка. Третий ряд. 12 столбиков без накида. Таких лапок нам надо 2 штучки. Я вторую лапку уже подготовила. Берем туловище, мордочку, намечаем, отступаем от этой дырочки 1, 2, 3, 4, 5 рядов. Между 5 и 6 рядом верхний край морды. Пришиваем. Вот так. Вышиваем носик. Делаем вот такую петлю, подхватываем петельку, вот так, пришиваем глаза, вот так, пришиваем глазки. На уровне верхнего края морды. От морды отступаем 2 столбика без накида. Для утяжки прошиваем глазки второй раз. Делаем узелок и прячем ниточку. Берем ушки и лапки. Намечаем ушки. Отступаем от этой дырочки 3 ряда. 1, 2, 3. Между 3 и 4 рядом верхний край уха. Намечаем второе ушко. Намечаем лапки верхние. Отступаем от морды 2 ряда. Берем нижние лапки.
Отступаем от верхних лапок 2 ряда. По желанию можете лапку наполнить холофайбером, но я считаю, что не обязательно. Перешиваем. Вот такой красавчик у нас получился. Надеюсь, у вас все получилось и было все понятно. Если вам понравился мой мастер-класс, ставьте пальчики вверх. Всем хорошего настроения. До новых встреч!